Когда 36-летняя одесситка Оксана узнала, что снова ждет ребенка, она была безумно рада. Вместе с мужем она уже воспитывала 3-летнюю дочь, и пара с нетерпением ожидала пополнения в семье. Но то, что должно было быть радостным, но вполне обычным семейным событием, превратилось в мировую сенсацию, когда женщина отправилась на очередной рутинный медосмотр. Врачи сообщили ей, вероятно, самую шокирующую новость в ее жизни. Когда доктор начала смотреть в экран, у нее сильно изменилось лицо, и я не на шутку испугалась, вспоминает Оксана. Наконец, врач подвела итог. УЗИ ясно показало 5 плодов. Рождение пятернашек без искусственного оплодотворения – это очень редкое явление, один случай из 50 миллионов. И пока Оксана с трудом пыталась переварить новость, врачи уже возбужденно обсуждали свою уникальную пациентку. Большинство их коллег не увидят такого за всю жизнь. Будущие родители с трудом пытались переварить шокирующую новость. Ведь все планы, что они строили на будущее, теперь придется изменить. Но о том, чтобы отказаться от такого подарка судьбы, не было и речи. 3 мальчика и 2 девочки появились на свет путем кесарево сечения. Вопреки опасениям врачей, все 5 были здоровы, хоть и нуждались поначалу в дополнительном уходе. Конечно, едва появившись на свет, они сразу стали настоящими звездами. Их рождение – единственный известный случай в истории страны, прошло уже 5 месяцев. Оксана и Сергей вполне освоились с ролью многодетных родителей. Когда они выходят на прогулку сразу с 5 колясками, прохожие просто не могут не улыбаться. Семья теперь живет в новой квартире, это подарок знаменитым пятерняшкам от правительства. Счастье – это или испытание счастьем. Что бы это ни было, Оксана и Сергей с честью справляются с ним. Остается только пожелать этой красивой семье всего самого лучшего, удачи, здоровья и мирного неба.